Бегут народы, пыль до облаков. В предсмертной жажде рыщут миллионы. Без очереди жизни холокост, устроенный антихристом в законе. В цепи сорвалась в пропасть головня, что за Коран готов и на таран. Смолой дымится ночью полынья тому, кто позабыл дорогу в храм. Искусственно, надуманно сорвется предгрозовая в мире тишина. Незваная с косой стучится гостья, беспечным сонным будет не до сна. Пророки древности угрозами гремят, апостолы муштруют исполнением скорым. У многих будут щетки из гранат, в священной книгах будет только Тора. Сметет волна ненужных едоков, ненужным может стать и стану я. Когда лоза становится дичком, светильник тот угас и не маяк. Во всех народах, даже до окраин, свидетели евангельских заметят. Иных пристрелят, а кого-то ранят, облечься силой духовной успеть бы. Микроскопическая часть из христиан с достоинством пройдет предназначение. С позором выведут их за Христом, за стан. Удар мечом и совершил течение. Я мысленно с остатками святых пытаюсь протрубить благую весть. Кагал еврейский бьет под самый дых. Их позывной 666. Мы все бежим на поприще Иисуса. Достичь бы финиша, в пути не ослабеть. А от дыма ереси спастись, не захлебнуться. Остаться человеком среди людей. 20 февраля 2006 года.